YouTube. Меня зовут Дмитрий, это канал Лунабайк. В сегодняшнем видео мы ничего не будем чинить, ничего не будем распаковывать. В сегодняшнем видео мы будем разрушать вот такое вот карбоновое седло. В одном из видео дневников байка я показывал, как оно треснуло. Сейчас уже сложновато будет, конечно, показать. Вот в этом месте есть трещина. Не знаю, от мороза или от веса оно треснуло, или потому что конструкция непродуманная, но не суть. Сегодня мы его испытаем. Но не просто испытаем, а расстреляем из вот такого вот пистолета. Это, конечно, не огнестрельное оружие, это лицензированный пневматический пистолет. Ну что ж, пойдемте закреплять цель. Произвели несколько выстрелов по седлу. Настоящий карбон, стреляли практически в упор. Конечно, это не огнестрел, а простая воздушка. Но, честно говоря, я думал, что пробьет. А седло оказалось практически целым. Ну да, повредилось, но насквозь не пробило. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, получается, разрушились волокна. Верхний слой. Но пули насквозь не прошли. Стреляли в одно и то же место несколько раз. Одно плохо, только лазерный прицел замерз. Сейчас попробуем вторую половинку расстрелять. Посмотрим, что будет. Патронов в десяточку. Вот такие вот разрушения получило карбоновое седло. О, сзади вообще щепки. Да, не повезло карбоновому седлу, что оно сломалось очень быстро. Ну что, вот и закончился наш разрушительный тест. Естественно, победил пистолет против карбонового седла. Но, должен сказать, седло себя тоже показало хорошо. Оно насквозь-то и не пробилось. Вот если бы не ошибка в конструкции, оно бы, может, мне служило несколько лет верой и правдой. А так, в следующей серии я его обязательно сожгу. До скорых встреч. Пока.